Многие стримеры сломали снастики, пытаясь играть так же, как в рандоме. А я же тогда говорил, что большинство стримеров на самом деле в натиск не полезут даже. Потому что их на стриме будут попускать там. Понимаете? Во-первых, потому что большинство стримеров научилось играть только в рандоме, они не могут там в ВБС формат, они не могут в турниры, они не могут в формат натиска. Но в этом ничего такого нет, как бы. Ну просто они не умеют играть в эту игру настолько хорошо, кроме рандома. Вот. И многие не лезут в натиск, потому что их там попускать будут, вот. Потому что ты будешь перестреливаться с одними из лучших игроков, которые есть в игре. А они, естественно, тебя в скиллуху в разы выше. И все. И поэтому не все туда лезут. А кто пытается там, типа, туда полезть, отгребают и такие, не-не, режим говно, еще что-то. Ну, короче, придумывают кучу отмазок. Вот и все. Я еще в начале это сразу сказал. Ну, так и есть, то есть. Большого спроса, ой, большого интереса натиску стримеров не пользуется, как говорится. Вот.